Улыбнись. Две штанги. Я бы не стал бы камеру. Чего? Ну, ничего, ничего. Сейчас мы на футбольном поле. С нашими косыми. У тебя запасная есть? Что? Я тебе дам запасная. А что она у тебя вверх стреляет? Посмотри, Диана. Я же вот включил, посмотрите, она не вверх. Нормально видно. Я хочу на угол ее поставить как-нибудь. Она широкоугольная. Чуть повыше чуть поставить. А куда? Я думал, а куда? Ну что-нибудь рюкзак возьми и поставь. Тоже мне проблема. Ну, можно теоретически, если не упадет. Вот смотри, уже целится первый. Шиндик, что ли? А, ну понятно. Серега, я в твоей точности не сомневался. Снимает вообще или что? Снимает. Ну что, как обслуживаешь? Видишь, я ушел с этого места. Я думаю, какого дядю занесло к нам? Конечно, здорово. Это твое? Мое. Надо же на память несло. Где Кира? Кто? А мы на этой половине поля, что ли, теперь играем? Там? Суета непонятная. Это кто там такой? Слухи, на уровне этого. Расскажите мне, как... Как этого-то парня замело сюда? Видишь, он без камеры не играет. Йо, что ты решил сделать? А посмотрите, как вы мои по ногам лупите. На память, как сказать. На самом деле это спорт, да, это Siemens и спорт. Это проект. Я посмотрел на Кулавина, а ему не холодно. Андрюха, там еще кто-нибудь есть? Я на поле с Димой. А? А Юра, оно не будет? Нет. Кирюк, хороший удар, Паша. Кирюк, за сторону удар. Зря не накачали, да? Выше фары даже показ. С этой стороны под черный где? Правда, не знаю, как отправляют. Закон.
Там берет, ничего, ну нормально, а как там, блин, с волками жить? Да, согласен. В общем, это, ну и в общем, как говорится, мы письмо написали на их претензии. Не совсем все, да? Но мы потом поговорили с ней, ну, говорит, надо переговорить, давайте. Такая же херня. Блин, подруга, которая у нас занимается. Спасибо, качество. Всем на 7. Я вам где-то 8 минут. Что качество? Надежда, надо сэпом заняться. На ворота воткнули? Нет, я... Не, ну вот я, ну, последний знаешь, раз... Блин, ну я его понимаю, может, какая его просто... Какой матч тебя интересует? Ну я так хотел торжественно объявить в конце этого самого. Не, ну я спросили, что у меня предложение, которое нельзя было отказаться. А я думал, в конце скажу, ребята, дар в качестве сотрудника. Ну, в следующий четверг, наверное, там. Все, пиздец, да.
Что, идем на ту сторону уже?